Сейчас приехали в храм Георгия Победоносца, какую-то деревню. Вот так все это вот культурно. Здесь вот даже какие-то цветочки растут. А как у тебя растения, лопухи называются, не знаете? Банановые пальмы. А вот банановые пальмы. Здесь вот туя такая вот растет. Это я знаю. Здоровенная. Знаю. Могила. Не знаю, священник это, ну, как вот монах, что тут похоронен. Ну, в общем, написано только на своем языке, на родном. Ну, тут видно захоронение. А еще вон там вот плита есть. Потом вон там в колокольне тоже надгробные плиты. А ну, я покажу. Ну, вот такой храм, конечно, такой вот сделан просто, безвкусно, без всяких прикрас. Но что здесь мне понравилось? Мне понравилось. Это водостоки. Вот это, наверное, скорее всего, удивительное. Самое интересное. Ну, видно, что колонны, да, вот эти, конечно, старинные, да. А тут ничего нет, тут даже вот не под варежку сделано, а просто вот так вот провилом, наверное, сделали. А вот водостоки, да, они заслуживают внимания. Ну, простенький храм с резным камнем, который покрашен под золото. Вот стены выложены круглым камнем. И здесь находятся, наверное, могильные плиты, могилы, чьи-то могилы. Три плиты. И, конечно, вот здесь есть тенечек. Здесь есть какая-то колонка с родником. Говорят, очень полезная вода. Сейчас попробуем. Вот эта колонка. Такая вот колокольня. Лестница витая. С внешней стороны. Да, колокола, конечно, там видно, что щербатые. На каких-то языках даже веревки нету. Ну, все просто сделано, чтоб так, без понтов. На территории много собак, тоже, наверное, третья, вот одна, там вторая сидит, там еще одна бегала. А вот пальмы. Ну, видно, что ухаживают, много цветов. Очень много растений. Ну и пошел вот этот современный забор. Плиты. И там вот здание без окон и без дверей. А, вот какая-то штука висит. Плод как, или не плод. А плод, наверное. А, это бананы. Да, это какой-то соцветие, что ли, бутон. Вот он. А там какие-то мелкие бананчики растут. Собака заинтересовалась, куда это я пошел. Петушара здесь крутой. Без хвоста, шея лысая. Собаки еще тут сидят. Побег, побег. Ага. Походу здесь порода такая, кур слыши шеи. Есть даже парочка таких курей.
просто сетку двигают, да, передвигают за ручки ее на новое место, они съедают траву и все. Приехали купаться в каких-то источниках, нас привезли. Вот они. Гидромассаж. А тут можно поесть купить. Так, на термальных источниках здесь вот температурный режим у каждого бассейна есть. Тот дальний самый холодный, этот теплей, вот этот еще теплей, а тот самый горячий. Ну, сразу в него залезать фигово, очень горячо. Так вот, привыкнуть пока, давайте, а потом уж туда лезть. Это вот такие вот гидромассаж такой, тоже разной температуры. Там наверху еще продают пирожки и медовуху. В общем, неплохие такие по вкусу. Дороговато, конечно. Стакан медовухи 150 рублей. А самса из курицы 90 рублей. Ну, такой большой пирог. Ну, вкусный. Такая вода здесь, самая горячая. Да, очень сильно расслабляет, как после бани, в этих источниках. Сидел, поплавал, сейчас вот сидишь с ними и понимаешь, что сил уже нет. Здесь такая вот платная стоянка, 50 рублей заплатили, с таким вот покрытием. Просто вот отдельное место около оврага, засыпанной щебенкой, и называется стоянка. Туда зайти 200 рублей. Туалет еще там платно. Ну такой сервис. На всем, чем можно, пытаются заработать. Вот этот источник, из которого идет вот эта вода. И туда она вниз падает. Соответствующий запах есть такой. Не тухлый, но непонятно, с чем его сравнить. Такой своеобразный.
Ой, блин, вода горячая, кипяток здесь, капец, просто обваришься. Вот летят, как сказать, конденсат этот летит, ну мелкая пыль такая, влажная. Дышать ей, наверное, очень полезно. Для легких, для горла, наверное. О, а что мы не прополоскали горло-то? Наверное, здесь можешь попробовать пополоскать. Здесь под пальмами растут кактусы. О, заброшки какие-то. Это здание разрушено. А вот источник есть. А, купель. Никита Бесогона. Женская купель. Это правильно, Кронштадтский. Такой здесь парк с высокими деревьями, тенистый такой парк, это кипарисы, где-то сова укает. Пальма какая здоровая, вон там еще одна, а там и тюрьма находится. Такой здесь храм. Сейчас в него зайдем. А что, без росписи? А? Без, или она была роспись? Жене где? Ну, без росписи храм. А, ну она как то. Так и было, не было росписи, да? Да, ничего не было. Просто смотрю, вот сбито. Штукатурка сбита. А, так? Да. Ну, это что-то подделали там. Да, да, так, так оно. Такого, так и было, да. Так и было.
А вот Сары нет, да, где меня? Снаружи оставлены почему-то какие-то фрагменты храма. Не стали весь штукатурить. Вот, фрагментами кирпич. Бутовый камень. Опять кирпич. Вот тут вид такой. Столовая, что ли. Трапезная. И тут обзорная площадка прям. В одну строчку лавочки стоят. Почему они здесь стоят, непонятно, конечно. Лучше мы не стояли бы здесь, чтобы сидеть отсюда и смотреть. О, пруды здесь есть. Пруд. Слышны колокольчики от коней и коз, коров. Ну, высоко тут на горе-то. Да, храм богатый, иконы там богатые, дорогие, большие. Это, наверное, воин, святой мученик Никита Бесогон. Воин. Знаю, где. Родниковая, 60 километров. О. Какой бассейн -то. И потолок. Гранаты растут. Вот это вообще могучий эвкалипт. Просто огромный. Таких здесь много. Там вот тоже вот. Вообще огромный.